Сегодня второе видео из серии про математику, и сейчас я напомню, о чем была речь в предыдущем видео. Я рассказал о том, откуда взялись числа, откуда взялись десятичная система, откуда взялись двенадцатеричная система, и что такое римские цифры, ну и китайские цифры тоже, как люди научились впервые представлять цифры. И это были цифры, я напоминаю, натуральные, то есть то, что можно посчитать в штуках. И для этого использовали люди, ну, пальцы, естественно, 1, 2, 3, 4, 5, то есть то, что есть. Вот. И возникает уже следующая проблема. Это было не очень удобно, потому что, посмотрите, например, цифру 19 как представить в виде римских цифр? Смотрите, ну, 10 это крестик, да, мы знаем, 9 это палочка и крестик. Но если мы посмотрим с другой стороны, то вроде бы крестик и палочка это 11, а крестик это 10. То есть это 11 плюс 10 или 10 плюс 9, да? Ну, то есть вот здесь надо уже договариваться. А как, например, нарисовать число 338? Ну, смотрите, это значит 100 это цент, поэтому для цифры 100 придумали символ C, цент, от слова цент. И, значит, пишем 3 раза C, 3 раза 3 крестика и 8. Ну, здесь две палочки надо нарисовать. Вернее, три палочки нарисовать. Почему-то я не нарисовал. Сейчас нарисуем. И получается следующее представление, что цифра 338 это C плюс C плюс C плюс крестик плюс крестик плюс крестик плюс 5 плюс 1, 1, 1. То есть, короче говоря, для того, чтобы только представить число, нужно в уме начинать вычислять что-то. Ну, это, в общем-то, неудобно. И что люди сделали на следующем шаге? Они стали, ну, математика развивалась в разных областях, поэтому здесь преуспели арабы, и они придумали арабские числа, то, что мы сейчас используем. На первом месте стоят сотни, на втором месте десятки, на третьем месте единицы. Если мы разобьем это число, пронумеруем от справа налево, то есть 0, 1, 2, то получается, что 338 можно представить как 3 умножить на 10 в нулевой степени, плюс 3 умножить на 10 в первой степени, плюс 3 умножить на 10 в квадрате. То есть вот современное такое, ну, как бы представление, арабские числа. И здесь уже можно очень легко складывать, вычитать. Есть появились правила сложения и вычитания. И, ну, десятки с десятками, единицы с единицами, сотни с сотнями, и там переносы всякие и так далее. И все равно это были натуральные числа. То есть этими числами можно представить только то, что можно посчитать в штуках. То есть одна штука, две штуки, три штуки и так далее. Но возникла другая ситуация, например, как разбить, как измерить расстояние, например, да, или длину чего-то, или объем чего-то. Как? То есть в штуках-то его не посчитаешь. Возникла очень интересная идея, ценная идея разбить эту штуку на более мелкие кусочки и считать более мелкие части. Более мелкие части легко можно посчитать в виде натуральных чисел. Ну, например, если мы считаем длину, то мы можем посчитать длину, скажем, 1000 шагов – это миля, и мы можем, сколько миль мы можем пройти. Или там можно считать днями ходьбы, то есть за сколько дней можно дойти, ну и так далее. Там есть совершенно фантастические единицы длины. Ну, в России, вы знаете, считали все руками, значит, вот это вот до сих пор, ну, как бы всегда считалось сажень. Вот, длина руки – это аршин, там, это вершок, например, да, вот, ну, а в таких отсталых странах, как Англия и Америка, до сих пор считают длину в футах и дюймах, и, а объемы считают в галлонах и в пинтах, например, а вес в фунтах совершенно спокойно, и на самом деле это, они говорят, что даже удобнее. На самом деле, я был в Америке, и вот, например, пиво возьмем. У нас
пиво продается в пол-литровых бутылках. Это не очень удобно, потому что выпиваешь пол-литровую бутылку пива, и кажется, мало. А две бутылки – это уже много. А вот в Америке, например, в бутылке две пинты. И это ровно столько, сколько надо. Но это удобно, на самом деле. И до сих пор там считают в футах и дюймах. Как посчитать, например, вот высоту человека? Как это посчитать в футах? Ну, очень просто. Можно считать не высоту, а длину, если этого человека положить и посчитать в футах. Но фут — это нога, то есть мы считаем в футах, и получается, что, в общем, так сказать, там остается, то есть он больше 6 футов, например, но меньше 7. Как посчитать дальше? А дальше уже считаем привычным способом. Надо разбить то, что осталось, на более мелкие части. То есть на дюймы. Дюйм – это вот это вот расстояние. И мы считаем, сколько дюймов. То есть самое важное – разбить что-то большое на более мелкие части и считать вот это уже натуральными числами. Но возникает следующая идея. А как разбить еще на более, так сказать, как бы еще более мелкие части? Из целого делаем какие-то доли, и эти доли можно посчитать натуральными числами. Но возникает вопрос, а как сложить, например, 1/3 плюс 1/5? Да, и для этого придумали вот такое написание, 1/7, например, да, или там 1/12. Ну вот, а как сложить 1/3 или и 1/5? Ну, долго думали и решили, ну, можно разбить тоже на более мелкие части. Значит, 1/3 это будет 5/15, то есть одинаковые должны быть части. И 1/5 это 3/15. Тогда можно сложить, и получается 3/15 плюс 5/15, получается 8/15. И вот этим друзьям мы с вами благодарны. И в 5-м, по-моему, классе там изучают дроби, и все дети мучаются вот этим. Ну, получается, что? Получается, что любое число можно представить в виде дроби из двух натуральных чисел. Вот, то есть, абсолютно любое. Посмотрите, вот любую точку на этой части можно представить в виде дроби из двух натуральных чисел. И это было открытие, и все люди такие ходили, ученые, вот мы тут решили эту задачу. И это решало массу проблем, которые возникали в жизни. То есть там, когда, например, ну если там шайка бандитов грабит кого-то, и значит потом они делят добычу, делят на равные части, и значит там вот, так сказать, ну как бы можно разделить. А потом кого-то из бандитов убили, значит, и бандитов стало меньше, они стали, значит, на другие части делить. То есть по-любому всегда можно разделить, все было здорово. И получилось, что дробь из двух натуральных чисел, это что такое дробь? То есть соотношение. Это на латыни ratio. Ratio это, значит, ну вот, соотношение. И получилось, что люди изобрели рациональные числа. И они говорят, что при помощи рациональных чисел можно представить вообще все, что угодно. Любое число. Так вот, любое ли число можно представить в виде рациональных чисел. И вот еще древние греки поставили вот такую задачу. Вот, скажем, есть у нас квадрат, да, предположим. Квадрат со стороной 1, простейший квадрат, и здесь 1. Не знаю чего там, дюйм, неважно чего, фут. Вот. И уже была известна теорема Пифагора, он геометрически ее доказал, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, то есть там площади у них одинаковые. То есть это будет число, которое, если умножить его само на себя, даст цифру 2, потому что 1 в квадрате это 1, здесь 1 в квадрате это 1, а значит какое число, если умножить само на себя, даст 2. Вот диагональ квадрата. И вы не представляете, сколько лет ученые пытались найти решение этой задачи. То есть они вычисляли вот это вот число в виде дроби. Они пытались его найти, долго мучились. Они чем дальше углублялись, тем хуже. Вот, об этом я расскажу в следующем видео, потому что, ну, это очень интересно, потому что там уже идут пределы, так называемые. А здесь они вот пытались найти и не могли найти. И они говорили, блин, ну это что-то иррациональное. То есть, ну невозможно
решить эту проблему. Действительно, эту проблему невозможно решить, потому что число корень из двух – это иррациональное число, а получается, что вот оно иррациональное число. Ну ладно, бог с ним, с корнем из двух иррациональное число. Но возникают другие иррациональные числа. То есть, например, а как соотносится длина окружности к диаметру круга? И это тоже иррациональное число, оказывается. Число π мы знаем. И таких иррациональных... А корень из 3 это тоже иррациональное число. Корень из 5 это тоже иррациональное число. И, значит, тут возникает вообще, так сказать, там, у них голова кругом идет. Они говорят, ну хорошо, там 2-3 иррациональных числа, бог с ними. Но если иррациональное число умножить на рациональное, то получится иррациональное. То есть иррациональных чисел как минимум столько же, сколько рациональных чисел. Но оказывается их даже больше, потому что в подмножество рациональных чисел иррациональные как бы не входят. Вот, получается, что иррациональных чисел больше. Но об этом я уже расскажу в следующем видео, потому что мы будем вычислять скажем, квадрат, корень из двух со степенью точности, и там уже возникнет теория пределов и так далее и тому подобное. А на сегодня все. Спасибо за внимание. До следующего видео. С вами был Демитков Юрий.